Так, друзья, ну что, мы возвращаемся к вам вместе с Серегой Смайлом. У нас второй матч на очереди сегодня. Это команды Гидра против команды V-Gaming. Серег, ты все-таки, наверное, чуть больше знаком с командами. Давай так, расположим их с точки зрения потенциальных фаворитов и аутсайдеров. Потенциальный фаворит Гидра. Опять же, ребята очень круто разогнались. Да, там были какие-то у них заминки в опен-квалификациях, но опять же, они здесь. Ну, это я про DPC сезон говорю, да, и что на D2CL они были приглашены, да, без каких-либо проблем тоже являются здесь фаворитами, идут 3-0. Uh-huh. Пока соперников не чувствует. А V-Gaming — это темная лошадка. Это темная лошадка, которая спокойно может обыгрывать CS Rejects и на следующий день опять же им проигрывать без каких-либо проблем. В общем, эти парни спокойно могут... Ну, вообще, это чемпионы одного сезона, до 2-3, по-моему, если память не изменяет. И поэтому они могут здесь обыграть кого угодно и проиграть кому угодно. Это парни очень опасные. Так, давай посмотрим, что по коэффициентам от наших друзей из Winline. Здесь 2.05 на команду V-Gaming и 1.72 на команду Гидру. Все-таки, да, мы видим, что Гидра здесь является фаворитом в этом матче. Ну, как ты, в принципе, и предполагал. Ну и у нас, да, открывается сразу же. Да, не забывайте про баннер по трансляции винлайновские, да. Получайте 2000 рублей и ставьте, конечно же, на второй доту. Да, и сразу же открывается с ОД плюс Висп. Чен 4, Рубик 5 и Кунка пока непонятно, куда для Гидры. То есть, по-моему, ребята любят в единицу ее даже ставить, поэтому предположим пока, что это единица, а там еще все может поменяться. Обращаю внимание, что Гидра забанила Пуджа. По-моему, мы с тобой же, да, сидели в студии, когда V-Gaming вроде брали трижды этого Пуджа. Было трижды Пуджа, трижды ОД они брали, да, в одной и той же серии. В общем, V-Gaming к Гидре очень сильно готовы. Мне кажется, Гидре сейчас любая уважаемая себя команда будет готова. Да, это Бестмастер, это Monkey King, соответственно, для Дрима бешеный персонаж. Но, опять же, Чен и Кунка тоже очень сильны. Тимбер. Это, на самом деле, опасный Тимбер, потому что сейчас может сразу... Кунку сейчас могут поставить на первую позицию и взять просто, опять же, Бэтрайдера, который не в бане. И Бэтрайдер будет очень круто смотреться, опять же, против Виспа, против УД, против Тимбера он сжигает. На самом деле, мне кажется, рановато они его открыли так. А у Тимбера, да? Да. Ну, посмотрим. А у них еще один пик прямо сейчас, и это будет позиция... Пятерочка, да. Леон. Ну, либо 4, либо 5, непонятно, потому что Леон появляется, все-таки он не любит пятой позиции. Висп, наверное, все-таки на легкую пойдет, с кем-то. Это Герокоптер Луна, может быть, что-то из этой серии. А Леон четверка с Тимбером. Ну, не знаю, Бэтрайдер. Изи-бризи. Осталось 10 секунд. Да, но закрывающий пик для Гидры будет в любом случае. Осталось 5 секунд. Именно они будут открывать уже там либо тройку. Ну, скорее всего, тройку они будут закрывать. Пока что будут выбирать себе позицию. Один или два, зависимо от того, куда они хотят поставить Кунку. Не хотят Бетика, хотят кого-то другого. Ну да, ну Кунка, он куда угодно. Ну, с Рубиком ему не хочется на лайн все-таки ставить. А, на первой стену изи. Оу, Сергей, я смотрю, вы разбираетесь в доте. Не пробовали в нее поиграть и покомментировать? Да просто рано они его Тимбера этого открыли. Его все равно, его сразу, любая команда его закрывает. Кто, если есть игрок на Бэтрайдере, а Аскольд хорошо играет на Бэтрайдере, осталось 10 секунд. Тимбер сразу перестает играть доту, в принципе. Я, кстати, он ему ничего не помогает. Не худ вообще ничего. Вот даже у себя сжигает. В пабликах беру этого Бэтрайдера, ну, максимально импактабельный герой. То есть, ну, если у команды все хорошо, и, соответственно, у Бэтрайдера все хорошо, то там, ну, шансов мало. То есть, действительно, очень такой вот ОП-герой, мягко говоря. Такими двумя волнами они даже будут атаковать. Бэтрайдер будет одного цеплять. Даже если там ОД где-то среагирует, спрячет его, там сразу после этого Кунка пойдет. Да там еще и Рубик с телекинезом, там какой-нибудь подкопчик, либо астральчик, что-нибудь такое своруют. Именно про глобальное, да. То, что, ну да. С креста уже никуда не денешься. С подводной лодки-то, да. И блокинбаров мало будет. Тимбер не любит блокинбар собирать, да поздно его соберет. Да и там контроль сквозь БКБ так-то есть, видел особо трейдера. Угу. Я бы быстрее играл бы на месте V-Gaming. Ну а что быстрое? Луна какая-нибудь под виспом? Очередь. Луна в бан уходит. Герокоптер, либо вот так Урсу забанили. А Сларк? Сларк может быть, опять же. Можно Сларк попробовать. Опять же, против Бэтрайдера будет неплохо смотреться. Нету какого-то жесткого берста, чтобы его сразу пробить. Да, висп-сларк. Как-то так. 10 секунд. Ну... А я бы забанил Сларк. Да. Даже не Герокоптер страшный, а Сларк страшный.
Он как раз таки последний бан, да, именно за команды Гидра. Да, гирокоптер будет жадновато. От Сларк он может там с одним артефактом неплохо показать. Сабельку и погнали. И диффуза даже, может, какие-то не сабли. Диффуза вот. Ну, кстати, да, здесь диффуза вообще прямо сейф. Ой, простите. Ну, посмотрим. Есть еще время на раздумье у команды Гидра, кого они не хотят видеть против себя, но у них осталась позиция 1 для V-Gaming. Ну вот опять же, Свен какой-то нет. Сларк, да, который может на самом деле себя Даркпак там снять лассо. Кстати, до определенного момента, буквально неделю назад только узнал, что Даркпак там лассо все-таки снимается у Сларка. Прыгаю такой на Сларка, цепляю в лассо. Больше не цепляю Сларка. Лучше не говори на трансляции больше такого. Ну, кстати, Сларк в бане. Тебя сейчас в чате уничтожат. Ну, ничего страшного. На ошибках учится. Сларк завалил, Ластиллер тоже хороший пик, в принципе, под виспа, но это жадно все, потому что Ластиллер любит пофармить, ОД тоже, ну, в общем... Гидр, когда вместе соберется, вот она возьмет, они возьмут определенные левела, они растут до 20-й минуты, Чен возьмет себе шард, у Кунки будет уже к этой минуте, да, еще и Рейзер, ну все, аутпик от Гидры. У Кунки будет уже два слота, это будет Близзи, да, на оффлейне Кунка. Ну, посмотрим. Как... Ну, вообще, по идее, хорошо должен стоять. Вообще, ты предиктишь прямо здесь уверенный 1-0, да, за команду Гидры? Уверенный 1-0 за Гидры должен быть. Ну, а кто тут что может сделать? Я даже вот просто смотрю на это. Тут, ну, не один... Тут один дизейбл на все про все, это у Леона. Угу. Ты его дизейблишь, и все, остальных ты просто кайтишь. Ну, Ластиллер у тебя не играет против Рейзера. Ну, с УД разобраться и с Леоном. Все. Ну, Тимбера сожгут. Его Батарайдер там сожжет. Ну вот. И появится там тоже БКБ для Кунки, к примеру, да? И... Ну да, армлет БКБ, там к 20-й минуте, ну ладно, просто армлет и вот, не знаю, Огр Клаб к 20-й минуте, и его уже не пробить, опять же, 15 армора, 2500 хп. Угу. Да, ну пока предиктим, значит, на команду Гидра 1-0, а по факту V-Gaming может как-то удивят, я не знаю, правда, как. Трудно будет удивлять, очень трудно будет удивлять. Ну, знаешь, после предыдущего матча X3 Империя я уже, ну... Ну, там пики, нет, да, были другие. Здесь ребята, ну, Гидра, они посерьезнее. Они такие вот прям фатальные ошибки не совершают. Более четко отыгрывают. Мне еще Аскольд импонирует, как игрок. Мидер команды Гидра. Угу. Да и вообще, все они импонируют. Сколько они к нам на интервью не приходили. Всегда на позитиве, всегда... Да тот же Бакыт, да, постоянно, мне кажется, знаешь, он с нами как с братьями уже такой, здорово, братва, шо вы, как тут? Такой, да, он, да, да, максимально позитивный, молодой человек. Кто к нам приходил, по-моему, Близи, и сначала Бакыт нам приходил, да, Зайца, потом Близи, да, по-моему, приходил второй раз. Может быть, еще у них там было какое-то интервью, но у меня уже не было. Так, ну и пока, ну, что пауза. Продолжается у нас фест бандлами. У кого круче? Вообще, для кого, так скажем, у кого для тебя самый крутой бандл? То есть ты покупал чей-то бандл вообще? Не. А вот так вот, у меня вот и Империя очень понравилась. Ну, Империя хорошая, да, она нормально просто помнит. И у Ашеров, по-моему, неплохой. У Страйка был хороший, когда папич юзался. А потом его удалили. Папанистер не забыт. Папанистер контрится просто. Твичом изи. А реально из-за этого, да, убрали? Ну, откуда я знаю? Наверное, из-за этого. Может быть, не из-за этого. Я... Откуда я вообще должен это знать? Ну, возможно, это где-то в Твиттере всплывало. Типа там официальный я там анонсмент. Официально вряд ли кто-то тебе когда-то откроет. Так можно только догадками, только догадками. Так, ладно, расходимся по лайнам, погнали. Жадненько, конечно, жадненько V-Gaming получилось. Всем надо фармить, всем надо... Ну, вторым номером они будут играть здесь 100%. Опять же, у них герои, которые двигаются и прям что-то делают, маловато, да. Висп — это все-таки такой, ну, как бы симбиот, который только от второго номера любит поиграть, пока его там корни расформился. В общем, один ли он на все про все. Тимбер тоже, кстати, с лайна не уходит. Консервная банка, которая стоит там до последнего, пока товар не снесет. В общем, один ли он на все про все. Вся надежда на Эру, чтобы он просто вытащил всю карту.
Если такого не будет, будут добирать себе хорошие артефакты ребята из Гидры. Опять же, быстро тревела на Бэтрайдере. У Разора все будет хорошо, опять же, против Тимбера на лайне, по идее. И Близзи с Кункой, ну, против... Ага, они свапаются лайнами еще. Такой вот расклад у нас. Но интересно. Это уже меняет. Все. Но опять же, они ставят Ластиллера в лайн к Рейзеру. Если они, не лучше. Если они так будут играть, ну, давай, хорошо, проверим. Насколько ты прочный. Опа, Близзи у нас на воде. Водный Близзи. И в итоге Антоха еще и руну забирает. Нормально, нормально. Так, ну и в итоге 2-2 по рунам у нас. Все нормально. Так, ну и два это варда уже поставили. Это вообще Антохина руна была, поэтому не надо было. Так. Пошли выкачивать дэмэдж. Ну, в принципе, кстати, против Лена не особо страшно. А, вот так они сделали. Они вообще... Грамотное решение. Ластиллера поставили на мидл против Бэтрайдера. Это вообще грамотно. О-о. А у меня поставили как первую позицию, да, вниз. Все. Это, наверное, оптимальное по лайнам. Оптимальное все, что можно было сделать. Ну, у Ластиллера все будет хорошо на миде. Ему будет вообще плевать на этого Бэтрайдера. Рейдж прожимается, так и скидывает. Да, ну и Тимбер здесь пока вроде как пофармит, тем более ему не особо страшен, так скажем, пока что. Физический урон, особенно там на третьем левеле. Так, ну и на центре давайте по крипстату. Да, 4-4, пока ровненько идут. Да, 2000 да, против Аскольда. Ластиллер тут даже, скорее всего, Бэтрайдер будет перефармивать. Ну, там уже 9 стиков заряжен. Просто первая минута. Все, погнали. Да, и Аджор есть, все есть, поэтому здесь, конечно, в максимальном кайфе будет Лайфстиллер. И да, что примечательно, мне кажется, он, знаешь, он особо гангать никуда не будет. То есть это такой Лайфстиллер, который просто будет линию свою фармить. Вообще, они гангать вообще не будут. Они вторым номером будут играть на протяжении первых 15 минут. Им всем нужно расфармиться. ОД нужен фарм, Лайфстиллер нужен фарм, Тимбер нужен фарм. Единственный активный герой — это Леон. Висп, он тоже ничего не делает. В гангах он никак не помогает. У него нет нюков, он там помогает тебе ускориться, там... помогает, не знаю, ХП установить. Вот это да, это он помогает. Так, ну что, пошел Тайтбрингер от Кунки. Файтболт от Рубика. Ну и пока что здесь, ну, подразменялись ХПшечка, но все-таки ОД находится под виспом. Ему, конечно, приятнее. Он манку восстанавливает. Плюс ХПшечка. Все нормально. Все нормально. Так. Попытка тут напасть. Разблочил здесь спаун пока что у нас Ченвы в своем лесу. Ой, и Гарпия идет на тот лайн. Неприятно сейчас будет Леона. Угу. Хотя у него есть фласка, тоже неплохо. Я как помню, Пупей на каком-то TI с помощью этой Гарпии там два дабл-килл вначале вообще сделал, когда он... Когда, ну, она как-то... сильнее на порядок была. Угу. Слишком балансная сейчас, конечно. У него пул маны был 400, сейчас 125. А, ну... На две, так скажем, на два шоквейва этих. Ну, на два там с лишним, да, если вот базилка есть, там, чтобы ты отрегенила. Угу. А так было 8. Ты просто ходишь и нюкуешь этой гарпии. Да, ты нюкуешь еще. Помнишь, я тебе вот рассказывал про этого, про Шату Шамана, да, у которого уже скрин в первом левеле 140 дэмэджа, вот у гарпии такой же. Нормальная такая гарпия. 8 штук с кулдауном никаким. Так, ну, Близзи на тройке, окей. Ну, в смысле, я имею на тройке Кунки. Посмотрим, что из этого получится. Но это, опять же, армлет будет вместе с фейзами. То есть билд особо не меняется, зависимо от того, на какую позицию встает Кунка. Так, ну и Дрим. Но Дрим себя будет чувствовать здесь комфортно. Вряд ли ему какие-то прям огромные проблемы доставят звено Тимбер плюс Леон. Ну, а здесь снизу пока все хорошо у ОД. 20. На 3 его крипстат, ну и 16-2 укун. Он тоже неплохо себя чувствует. Опять же, к тому же едет, по-моему, да, свиток на Метеорхаммер остается. Буквально поистол купить себе, и все. Можно делать киллы какие-то на этом лайне уже. Это будет неплохо. Ой, там уже, смотри, пошел заяц. Вот Близзи будем играть. Близзи далеко, по-моему, зашел. Стрейф, не получилось. Спрятать нет, спрятать кулдаун на астрал. Заяц там уже пытается так и делать, да, получается у него это все. Хорошо здесь спамить. Опять же, для Кунки. Там, для Бэтрайдера, в первую очередь, да? Mm-hmm. Чуть-чуть страдает у нас на центральном коридоре. Раза так в два. По крипам. Ну, у него стаки здесь есть, да? Опять же, один стак всего лишь. А, нет, два стака. На треугольнике и здесь перед ним.
Ну, поэтому крипам он вернется. Хорошее решение, потому что он центр пошел. Ну, кстати, сейчас его Аскольд может продавить немного, потому что рейдж поражат. А в это время First Blood за Хейзом. Кунг попался. Да. Покинул здесь Рубик. Оффлейнера, и все. Решил линию. И... самое главное, что есть уже... Метеорхаммер сейчас будет. Метеорхаммер, да. И вот так вот, если кто-то будет уходить, опять же, с лайна, можно будет убивать на регулярной основе. Ну, пойдет ли, правда, в боковую лавку у нас Хейз, непонятно. Тоже до курьера еще минута. В принципе, можно подождать. А в это время у Разора 30-9. Очень хороший крипстат. В принципе, как и говорилось ранее, на линии ему особенно проблем никто не доставит, поэтому фарм у него будет. Ну и Заяц. Заяц с базилочкой ходит пока что у нас. Забирает крипчика в гарпе. Бэдер пошел возвращаться в игру. Это сейчас все он будет забирать. Бэт это очень нужно. Заяц там сейчас еще стаки поделает. Так, тут и раздевардил. Вообще все прекрасно. У него. Бэт все. Бэт лесной стал, 6-й левел получил. Можно, в принципе, под смачком куда-нибудь пойти. Лосо пока не качать. Оставить этот. Ну, в 3 Fireflies. Ну, он решил, да, решил просто фарм играть. До тревелов смысла нет куда-либо выходить. Ты можешь просто жестко по таймингу. Так, Рубик. Опасно. В крипах тут больно. Метеорхаммер еще сжигает очень сильно, да. Отлично. Под этот метеорхаммер здесь убивает. Неплохо. Здесь Хейс с Антохой расправились. Ну, пока действительно ребята стоят неплохо на линии, да, снизу Виз плюс ОД. Особенно с появлением Метеорхаммера. Леон поплатился за то, что он, конечно, здесь руну Регена. И еще и стаки заберет. Ой, такой фейл сейчас от Эроу был просто. Он и стаки спалил, и себя дал забрать. И он, ну, это очень быстрые тревела сейчас будут. Для. Бэтрайдер вернулся в момент, просто в секунду. Просто в секунду. Вот тут ТП мод, ну он ТП может сделать. Теперь раз сделает все, да, тут без каких-либо вопросов. Еще свои стаки будет забирать вот это. Все, что ему Заяц настакал. В общем, да, у Аскольда все хорошо. Вот, и у Ластиллера пережал там на 500 где-то по золоту, сейчас вообще не опережает. Более того, по крипстату там было в два раза практически разница, сейчас уже 48 на 49. Один к одному идут. Там, да, может встревать. Тут, если... Есть тики. Еще один заряд. О, да, свидание. Ну, там плазма в 3. Да, плазма в 3. Больно. Максимальный урон как раз. Близи взял себе шлем, поэтому да, у него здесь и реген хороший, и армор, так что этому парню вообще ничего не страшно. Не мог бы по-хорошему 6-й получить. Совсем скоро получит, как раз таки ранжевичок падает. Вынужден будет потратить, да, судя по всему, сейчас. Ага, нет, не тратит рейдж. Не, сейчас прячется. Просто прячется, Заяц еще убивает Лейса. Ну там опять же, да, там и Гарпия, там и Призрак этот, ну там от замедла тяжело уйти, если у тебя Тимберчейн не прокнул. Там в двойку Тимберчейн, в тройку Реактив Армор, ну и ультимейт. Ну и Бэтрайдер сейчас в очередной раз будет фармить. Бэт, да, у него травла уже есть, все у него четко. Сейчас Блокенбар фастиком, вторым артефактом. Так, еще и Брумхендл упадает опять же. А что у нас? Можно подарить. Все, хосты какие-то еще появятся. Ну, здесь лесочки подфармливают метеорхаммером еще ОД. Ботиночек есть, пикпул падает, ну и... Для мана что-то неплохо было бы. Для ОД. Ну, собирает рано или поздно все. А что собирает у нас лайфстиллер? Это орб в коррозион, ну и сразу же майлшторм будет. Лайфстиллер дефолт будет собираться, наверное. С инженяша какая-то следующая. Из этой серии. А Dream в это время уже с Falcon Blade. Есть у нас с тобой один общий знакомый, который любит этот артефакт. Falcon Blade. Да. Пабло Эскобариус. Ну, ладно, тут, смотри, зоопарк-то уже такой приличный. И кентавр, и гарпия, и призрак у зайца. Здесь выход, на самом деле, вот под любого героя может обернуться неминуемой погибелью. Для того, а тем более для того же Антохи. Это Ластиллер просто поджирает этот центр на регулярной основе. Угу. Сверху. Убили Эрол. Ну, сразу. Ментально разменивается на Дрима. Минус Висп, минус Таур снизу. Скорее всего, под этими всеми крипами должен быть. Опять же, Чен сейчас 6-й получит. Будет уже трудно кого-либо забирать. В центре падает Таур. Но тут Бэтрайдер.
Нижнюю башню сил света атакуют. Ну, кстати, что-что, если вдруг Ташка загуляет, да, прям супер глубоко, и в тайминг потянется команда Гидра, то его могут и не отпустить, на самом деле, из-под этого ласу. Ласу вкачано уже. Так, что там прилетело? Ага, нуль талисманчик плюс кларетка. Ну и зарефилить ботл сейчас, конечно, уже должен быть разор. Так оно и есть. Ну и сверху Т1 тоже падает. Слушай, пока две вышки. Две вышки уже упали у команды Гидра. Да. В то время как только одна у Вигейминг. Опять же, это все на руку. Это все на руку Вигейминг. Опять же, драться они 5 на 5 не могут, потому что он на порядок сильнее Гидра. А именно вот так вот разводить, товара забирать и фармить. Фармить, фармить, фармить. Да, это вот у них сейчас очень хорошо получается, опять же, это все кайтить. Так, здесь Мика. Хороший вартик поставил. Он же Ледон. Так, Эрл. Нельзя далеко заходить. Хочется очень в центре этот лепить здесь, прочекать. Но там моментальная смерть. Просто огромное количество крипов и Рубик с Ченом. Да, тут на самом деле Аскольду поаккуратнее, потому что все-таки ОД с Метеорхаммером, они довольно быстро разберут его вместе с Тимберсоу, тем более, что там он не уйдет все никуда. Есть. Да. Да, там без шансов будет. Если был бы форстаф один разговор, то здесь без форстафа делать нечего. Так, Медас, да? Я так понимаю, на ОД сейчас будет. На ОД, да, да. По крайней мере, по деньгам походит на то, что и правда будет Медас. Пока предлагаю, на самом деле, посмотреть, что от наших друзей из Винлайн. Прямо сейчас на карту. 2.35 на Вигейминг и 1.55 на Гидру. Также не забывайте, дорогие друзья, кликать на баннер под окном трансляции и получать все самые приятные бонусы от наших партнеров. Ну и на центре. На центре здесь Антоха пока что, да, вот, но не попасться бы на крест. Возможно, знаешь, такая провокация, типа, давайте на меня, но здесь уже и лайфстиллер, поэтому, да, вылазка на центр здесь пока что, ну, не самое приятное. Ну, бьют крипчики, бьют потихоньку башню, но в целом здесь для команды Гидра не все так хорошо, наверное, как могло бы быть. Хотя вражеский лес фармит, все фармит, но там и фармит ОД, пока это будет Медас. А вот Эро. Так, телепорт вниз. ТП. Так, попытка напасть. Отлично здесь. Хорошо под стан, прячет себя. Надо хватать, надо хватать сейчас лосо. Кого-то хоть, кого-то. Сюда хватает, хватает. И всех тут выжигать должны. Сейчас ребята из Гидры. Хил сейчас будет. Hand of God. Поздно. Поздно. Очень поздно. И в итоге Заяц тоже здесь погибнет. И Аскольду нужно отсюда убегать. Драков плюс для команды Вигейминг. Причем я сначала не понял, зачем там спрятал Рубик в Астрал ОД. Его, мне кажется, так быстрее могли убить. ОД, по-моему, сам себя спрятал, нет? Ну, я, кстати, вот не понял, какой из Астралов был первый. ОД на себя или же Рубик потом дал? Вообще, по хронологии, походит на то, что Рубик сначала спрятал именно под корабль Кунки. Тогда это чтобы фейл. Затаймить, да, да. Просто там, пока он был в Астрале, он потенциально выиграл для себя отсутствие полученного урона, там, порядка там 300-400. Он, тем более, под сейчас лосом находился. Так все круто было у Гидры, но не смогли они. Они и на хайграунде были, опять же, затаскивали туда этого ОД, надо было фокуснуть как-то его. Но был бы форставчик, наверное, чуть проще бы драка развивалась для них. Но форстав у Бетрайдера нет, он сразу себе БКБ будет тарить, у него уже Гракс. Не-не, там блокенбар нужен сразу. Ну, ментально, тоже верно. Никто не мучил, чтобы по драке ты летал. Чувствовал себя комфортно. Кунка БКБ следующим артефактом. Первым артефактом, наверное, будет БКБ собирать. А, не, кунка вообще. Как-то меняется. То алибарду, то БКБ. Еще что-то. Ну, почему бы нет, на самом деле, алибарда и против того же ОД неплохая. Ну, понятное дело, что основной упор будет делаться на лайфстиллера, как только у него закончится рейдж, на него будет накинута алибарда, потому что, правда, этот товарищ очень много урона в драке наносит. Тем более, он еще и собирает здесь Сашу Яшу. Там, конечно, будет урон прям, ну, неприятный. Так, ну а Мика, Мика форстапчик собирает. Кстати, это вот та самая альтернатива, чтобы Бетрайдер не собирал, да, этот самый форстап. Мика может собрать и, в принципе, помогать в файте этим форстафом. Отвозить, да, ему самому, самому против ластиллера этот форстаф бы иметь. Ластиллер не отпускает и своих тиммейтов подсейвить. Кстати, опять обращаю внимание на то, что никто из саппортов не делает себе, опять же, это глиммер. Да, потому что глиммер вроде как тоже и на подсейв неплохой артефакт. Но здесь Рубик вместе с Ченом приняли решение. Ну, один в хилу идет, понятное дело, Чен всегда любит собирать там себе. Холи Локет, Меканс мы, но... Ну вот Рубик, да, здесь действительно форстав. Выглядит как must-have. Халдят у нас. Все фармят. Медас работает, ОД.
Но опять же, Висп тоже становится довольно-таки сильным. Сейчас тоже этот Холи Локи добивает. Так, у Тимбера... Ну, Тимбер грамотно. Он этот ход не стал собирать. Собрался и ул моментальный. И дальше лот сорп. Курьер сил света был убит. Да. Лотос очень нужен. Опять же, против бета это все работает на ура. Пока так. Халдят. Пока не могут продавить гидры. Не могут поймать своего оппонента на каком-то кривом действии. Поэтому нужно блокинбар сейчас, кстати, доформить. На Бэтрайдере, на Рейзере, который уже есть, летит к нему. По идее, сейчас должен подлететь. Да, вот он блокинбар как раз-таки. Ну что, под его БКБ можно попробовать куда-то выйти. Опять же, тир-1 таур еще на меди стоит. Тоже очень важная цель, очень важный оплот. Там плюс ко всему еще у Леона скоро даггер будет. Там буквально 200 монет ему осталось. Поэтому... Так, тут вылазка на... Ну, не самая качественная, наверное, на Ташку, да? Но за тавр больше именно и пойдет напряг. Но и Т1... Клифф прожимается команды V-Gaming. Здесь Тимбер приходит. Не на стак, на реактив фармер. Ну и в итоге корабль у нас летит на Леона. Леона. И Леона здесь попытается сбрить, да? Причем делает это очень быстро. А вот без аэро неприятно. Но у него байбак есть. Опять же, не стоит забывать. Всегда под этот тавр может пролететь. Так, сейчас может байбакаться. Скорее всего, прячет. Что, атака будет? Леон байбекается? Нет. Но пока что никаких байбеков нет. А зря, как вроде кажется, да? Не факт, что зря. Наверное, наоборот, что он не байбекнул, кстати, хорошо. Все равно тауэр снесли. Очень трудно. 5 на 5, если грамотно в позиционке стоят кидры, вот еще под один из блокинбаров, да, как раз на Рейзере либо Трейдере, сейчас второй еще тоже появится, им очень трудно драться именно вот 5 на 5. Опять же, нужно хорошо расслабленные персонажи от V-Gaming. Поэтому им дальше нужно продолжать вот то, что они делали, как они играли. Опять же, плитить, зарабатывать все артефакты, чтобы меда сработал на ОД. Нормально, у меня до 16 минут крипстат стояли. Да, ребят, сори. Спасибо отдельному человеку, который написал мне ВКонтакте. Дядь, ну ты это, там в 16 минут у тебя все крипы стоят. Крипстат. Да, ребят, если что, не стесняйтесь, тоже можете написать в личку. Всегда, ну, я, допустим, хорошо это воспринимаю, если есть... Какой-то момент, на который я там не заметил, вы на него указываете. Это всегда помогает. Поэтому... Заяц спасет, интересно, Рейзер успеет? Нет, не успевает. Нет. Хорошо, фиксей его забирает. Плюс так для Леона. Оп, прячемся в крипочка. А урон-то сосется. Урон сосется, крипы бьются. По тауру можно портычек дать, неплохих. Под 250. Думаю, так и будет делать. Но это два прогреть здесь... под катапульту, самое то. Да-да-да. Он здесь соло. Так, там на топе, сверху. На самом деле, у нас еще интересно. Выпад, Мика. Так, ну, увозит моментально. Или не увозит. Увозит или не увозит. Не увозит. О, да, смотри, как нашивает, боже ты мой. Но в итоге здесь нормально, подхил полетел. ОД умер, по идее. ОД живет, ОД умер. Еще один астрал. Ну и здесь еще один герой команды V-Gaming будет погибать. Это там, Антоха. Там крипы подходят, успеет ли к ним притянуться. Возможно, две тычки. Да, успевает, но... Ой, бомбочка, да, горит, шикарная. Сгорит. Догорает. Это блокинбар, это минус 2. Это очень крутая игра здесь от Мики. Хорошо он здесь все прервал. Все задизейбл, помог своим батрайдеру здесь сделать это даблкил. Ну и 3000 повели у нас гидра к 18 минуте. Все у них прекрасно, два блокинбара, опять же. Сейчас можно начать под эти два блокинбара контролировать треугольник. Опять же, выгонять оттуда ластилера, который на регулярной основе там выфармливает свои артефакты. И поджимать своей вот этой стратегией своего оппонента к базе. Так, ну у нас Бетрайдер уже, да. У нас, мне интересно, что так, на первом таланте возьмет себе у нас Чен, наверное, все-таки 250 урона. О, закинули у нас молодого человека. Да, Ташка. Ну а что делать? Тут на самом деле файт сейчас довольно интересно может получиться. Ловит Виспа. Тамбл стой нормально срабатывает. Висп. Висп отсюда может не уйти, выхиливает себя, но нет. Но нет, получается. И БКБ от Дрима. Здесь Арау никуда не уходит, дорогие друзья. Корабль полетел под ОД. ОД под этот корабль успешно попадает. Минус 3 для Дрима. Использованная БКБ на 300%. И Т2 вышка в центре. И потенциально Т2 вышка еще и снизу может быть. Снизу, да, там Бэтрайдер уже подпушивает хорошо. То он вообще в драке не было. Лосо кулдаун 15 секунд, поэтому здесь тауэр можно попытаться донести, наверное. Не знаю, снесут они его, успеют. По идее, нет, уйдут. Хорошо у них. Их и так хороший выпад был. Угу.
Так, ну пока под Рошан никто особо не торопится. А в это время Аскольд возвращается на топ. Есть у него уже БКБ. Дальше Шард. Шард будет доступен на 20-й минуте. Ну и у него по раскачке что? Плюс 5 доп урона от Стигнапалм. Ну и на первом таланте он взял себе плюс 6 кармор. Ну, не ошибка. Следующий, наверное, линза будет. Если уже по такому билду мы идем дефолтному. Или сейчас, может, линзу сразу возьмет. Почему нет у него? Потому что мана реген. Нужен ли Шард ему? Мне кажется, не особо сейчас он нужен. А вот линзу... Вот иметь бы было бы то, что Рубик, да, постоянно крадет этот астрал, это прям вообще имбалюта. То есть это и подсейв и себя, и потенциальный подсейв тиммейта, или зазонить кого-то. А там два скилла, которые можно, да, украсть. Это астрал и ульта. Хорошо, что он астрал крадет. Еще бы ульту. Если ульту, то, конечно, да, вообще жесть была бы. Тем более, учитывая то, насколько там, ну, не самые интеллектуалы в стане команды, да, так скажем, именно по героям собрались команды V-Gaming. Ну да, там дэмэджа будет. Ну там, во-первых, ману сожжет прям жестко. Mm-hmm. Так, нападение. Кто прилетел? Кто прилетел, тот и умрет. Да, но это в очередной раз Висп. Попытается помешать ТА-2000 здесь ему, но горит и сгорает все-таки Висп здесь. И ТА-2000 у него рейдж имеется, уйдет. Да, уходит все нормально. На крест сажают еще и... Тимберсоу вернется. Ага, не вернется. Горелки нет, чтобы Тимбера пробивать. Но все равно удары... Увесистые. Да, увесистые. Больно от кунки достается. Там под 300 где-то. Слушай, ну там Холи Локет уже, Учен, Мек. Ну, Шард еще, так, кстати, себе тарит. Ну вот, я говорю, 20-й минуты. Сейчас он возьмет Шард, возьмет Аншин Крипов. И просто не пойдут. Они сломят Рошана. И просто будут ломать все внешние ТВР. Под Аншин Крипа какого-то. Кстати, обращай внимание, Леон вообще пока что себе на таланте ничего не брал. Ни 60 к урону, ни к передвижению. Висп пока еще 8 левел. Тимбер у нас 15 левел взял себе правую ветку. Плюс 8% к урону от заклинаний. Ну а Лайфстиллер тоже правую ветку. 25 к урону и скорость атаки. Ну, в принципе, все верно. Ну и вылазка в очередной раз. Вроде как готовится от Гидры. Могут нападать на Виспа. Висп здесь вообще не защищен ничем и никем. Ну, пытается, да, затизериться к Ташке, но он погибает. Виспумер успел хлыстануть напоследок на Лайфстиллера, чтобы тот просто на муспиде хорошо свалил. Беги, спасайся, я их задержу. Грамотное решение, да. Курьера Тимпера не потерять бы. Бежит за ним Разор. Ну, Тирадин Тауэр, по идее, должны сносить на топе. Нет, не хотят они это делать. Но там контролирует полностью карту. Тимбер еще ускорил с этого курьера на всякий случай, чтобы тот его не догнал. Рошана можно, на самом деле. Слушай, ну контроль, да, вообще шедевральный от команды Гидра. То есть, насколько круто парни чувствуют карту. Любые их передвижения. То есть, не знаешь, не передвижение ради передвижения, чтобы там какой-то объектив захватить, подготовить где-то почву. И то есть, насколько круто здесь и Заяц, да, со своим зоопарком бегает и не дает дышать нормальной команде ведения. Ченам очень сложно по-другому. Очень сложно по-другому. Не знаю, у них как-то все тайминга. Вот сколько я уже игр посмотрел, вот этот БКБ рефрешер на Рейзере, да, там минутик до 25-й он собирается. И вот как сейчас этого Рейзера пробивать, который будет бегать там, да, 10 секунд в блоккенбаре, там, с двумя ультимейтами. Шард летит для Зайца. И вот, да, сюда весь зоопарк приходит. Это столько аур. Я просто нажимаю сейчас там на героя, на любого. Там просто вся линия в аурах. Это просто жесть. Как это их убивать, непонятно. Да, микробафы. Сейчас он еще мимо Эшен Крипа пройдет. На вражеском треугольнике, скорее всего. Ну да, интересно, кто появится, пока непонятно. Ну, Рошан не очень быстро, но погибает так или иначе. Это плюс Аегис. Ну вот, правда, пока непонятно. Для Дрима, наверное. Да, для Дрима, скорее всего, этот Аегис будет. Линза, Форстаф и Лотус появляются у нас у Бетрайдера, Тимбера и ОД, соответственно. Так, а тут ультимейт прожал Дрим. Так. Но Рубика, кстати, ульта в единицу. Ну, больше не нужна. Пока что. Пытается кого-то найти. Но опять же, тут никто не фармит. Эроу, привет. Ну, топ-аут отсюда делает, да. Эроу выигрывает время. Что-либо делает. Опа, а вот и Хексик ворованный. Сработал здесь. Телекинез тоже в теории успел нажать, но Хекс, конечно, быстрее. По механике уже работает. Хекс ворованный, ты понимаешь? Да. Там и вот, наконец-таки, вкачал ульту в 2. Мига очень опасен. Так, ну что, Т1 наверху будет падать, и голема себе, конечно же, приручил. Заяц.
Так, какие у нас аура есть? 15 к атак спиду, 15 к хп, десятку на сопротивление магии и на мув спид. Ну, в общем, вот он чен пришел. И что с ним делать? Так. Как убивать? Бэтрайдер, на всех парах. Надо бежать. Бегут Рубика спасать. И спасут. И спасут, самое главное. И это минус ОД. Я думал, успел увести его здесь висп. Нет, висп вернется. Тут еще и Тимбера будет, наверное, скорее всего. Успеет ли? Давай. ТП успевает. А, там уже нажал ультимейт Бэтрайдер. Да, он же с линзой. Он поэтому да. очень издалека берет. Ну и, конечно же, висп здесь тоже погибает. Минус висп, да, без шансов. Тир 2 на миде. Пол хп и так у него. Должно сейчас страдать. После этого выпада. 10 тысяч ведут, 25 минут. Очень уверенно Гидр проводит эту карту. Без каких-то жестких погрешностей. Чувствуют они вот этих героев. Есть у них вот эти там 4-5 персонажей, от которых они отталкиваются. Это, соответственно, Бестмастер, Манки Кинг, Эмбер Спирит, Разор и Чен. Ну там рефрешер еще. Там сейчас просто это все будет падать. Просто до ужаса. Ну, конечно, Аганима нет. И вряд ли появится в этой игре у Разора, чтобы, да, и по строениям наносить урон. Ну и, в принципе, без этого будет падать все очень быстро у команды Вигеймин. Там Кираса аура достаточно. Очень... Ну да. Я думаю, чтобы снести это все. Кунг в шею выходит. Не дает вообще крипам куда-то пойти, не дает нормально лайн отпушить. Опять же, тир 2 снизу забирает. Эрроу, просто беги отсюда. Не знаю, что тут делаешь. Ну, в нем лайфстиллер. И это, кстати, может попасться что один, что второй. Сразу же хекс. Эрроу будет погибать. Ну и прожимает все-таки рейдж здесь лайфстиллер, чтобы отсюда уйти. И тё-тё-тё. Ну, на секунду плюс-минус ошибся. А там лайфстиллер на ком талант? Да, это на 25-м талант плюс 1.5 секунды к рейджу. Ну, доживет ли до этого 25-го лайфстиллера? Вопрос, конечно, интересный. Мне кажется, вряд ли. Не-не-не, вряд ли доживет еще. Столько 7 лавлов, это очень много. Это нужно драки выигрывать, опять же. Тебе сейчас огромное количество экспы дают за вражеских героев, да, которые большие лавла. От драки, ну, 5 на 5 драку сейчас выиграть прям очень трудно. Плюс там у Разора, да? Что рефрешер есть. Но он еще БКБ не тратил. Да. Ну, тратится постепенно ресурсы у команды Гидра. Вот надо принимать решение отойти дальше по лайнам, отпушить. Да, полетел у нас Бэтрайдер наверх. Понимаешь, нужно подогнать еще верхнюю линию, чтобы равномерно как-то наседать на базу соперника. Вот Крейзер будет промять, наверное, по хп. Ну... Нас... Нет, не заберут, отлично. А там форстав. Шарт Рубика, да. И второй форстав. Там один форстав был, по-моему. Да, один форстав, а у Рубика же просто видишь еще шарт, который телекинезом его откидывает обратно. Да, телекинезик. Так, ну и Близи пошел дальше накидывать по крипам. Здесь три игрока в лесу, это лайфстиллер, Тимбер и Висп. Сюда же присоединяется еще и ОД. Ну и продолжается фарм. То есть преимущество только растет у команды Гидра, оно ни на каплю не останавливается в плане роста. 13 тысяч на Творса уже перевес. От команды Гидра. Но здесь тотальный контроль на карте, знаешь, почти то же самое, что и на первой карте X3 против команды Немига. То есть да, такой же контроль он. Был. И опять Эрроу подставляется. Ну, у кого очень много фидит, на самом деле, в этой карте. 0.84 имеет. В общем, такой странная игра. Так. Решил прожать все-таки, да, у нас рефрешер. Ну, это будет заход просто на тир 3. Они просто туда врываются на этот тир 3 тауэр. Тут глиф. Ну и мангусиками здесь отпили немножко Разора. Разор почти с керасой, буквально 300. О, еще хэдбэнд выпадает. Приятно здесь, опять же, для Рубика. Наверное, два артефакта будет носить себе. И философский камень, хэдбэнд. Так, а кстати, почему один только крипчик бегает с Ченом? У него уже второго левела ульта уже. Я думаю, сейчас за вторым пойдет. Ну, второго можно взять, дракона взять у него. Дракон вообще имба. На 3. Пару мору. Не успевает приручить дракона. Здесь Ташка. Властиллер вот вроде хочет подраться, вроде его очень трудно убить и так далее, но он не может это делать. Он просто натыкается на Рейзера и говорит такой, привет, я тут постою или буду тебя гладить. Потому что не может вообще играть против статика. Я думаю, это один из финальных, наверное, выходов, если они сейчас натыкаются 5 на 5 на Гидру, они проигрывают драку. Ну, близ БКБ есть. Так. Телекинез. Форстав. Сейвчик, и все. Все. Никуда. Абсолютно в никуда. Сентис Эклипс.
И здесь та здесь долго не проживет. Погибает Висп. Полетели дальше чейзить за ОД. Здесь также попадается на Хекс у нас Леон. Ну и вроде как Хейз убегает. Но надолго ли это? Телепорт есть. Телепорт есть. Ждет Блинк. Через 7 секунд он будет. О, сбивается Блинк. И очень долго будет гореть еще одна бочка. Ну, все. А бочки еще стики дают у тебя же под этим, под шардом. И поэтому ты там вообще никуда не уходишь. Ну да, это инсон. Опа. Тэп-аут, но ты все равно отсюда не уйдешь. Тут он очень много времени там выиграл, но опять же. Без шансов. Я вот все жду от Чена второго нейтрала. Мика очень хорошо, вот на самом деле, в нужном месте оказывается. Опять же, прикрывает своих всегда тиммейтов вот этими телекинезом и форстафом. Так, еще и минус Тимбер здесь тоже не уходит. Да, это правда. Ну, какое-то время еще живет, тоже тянет время. Но от этого преимущество не перестает расти у команды Гидры. Руна волшебства. Для Мики или для кого? Хочется, наверное, все-таки для Тимбера. Это руна или же нет? Это руна для Дрима. 8 секунд у него, кстати, до рефрешера. И снова Айо в шторм будет в количестве двух штук. Первую сразу же прожимает, потому что все-таки под руны волшебства время перезарядки уменьшается. Ну и попытка зайти очередной раз на сторону будет. Нужно подогнать верхнюю линию, сломать там Т2. Я мог Рошан дождаться второго, наверное, не будут так особо рисковать. Там основной таймер 20 секунд. Может, он будет реально короткий Рошан. Он, наверное, они знают, как будут заходить. Он добьет себе этот таганим, возьмет себе рефрешер и уже под ультимейты, которые, да, ломают его раунд, будут заходить. Да. Ага. Я причем говорил, да, что вряд ли Аганим будет здесь появляться, потому что и так могут очень быстро закончить. Но нет, все-таки решили, знаешь, вот мне нравятся команды, которые, знаешь, ну, не пижонят. Они действуют на результат, они понимают, что да, мы сильны, но это преимущество в случае какой-то не суперудачной драки можно растерять и дать буст сопернику. Здесь же все, знаешь, так вот выдержано, четко, с толком, с расстановкой, вот все действует, ну, все делает правильно команда Гидры. Да, вблизи Шива появился. В общем, артефактов очень много. До Рошана 2 минуты. Ну, через 2 минуты они будут на работе. Ну, и там Аганим как раз появится через 2 минуты. Да-да-да. Два ульта, две жизни у Дрима будет. Там плюс ко всему и шард будет еще дополнительный. Для того же... Можно даже Рошана чекнуть, что там Аганим будет. Угу. Так, заход на рампу. Попытка. Кресло свернет, да. Тут шакрам не поможет. Так, нападение на УД. Он успеет блинкануться, по идее, но не уйдет. Еще один стак. Да, в очередной раз он не уходит. Рубик с бетрайдером очень хорошо его катает здесь. Не дает что-либо делать. И висп туда же. Висп туда же сейчас, в таверну. Он просто такой шатом улетит. Это я, кстати, в паблике. Когда команда попалась не самая хорошая. И они его не видят, если что. Да, я понимаю, но там Рубик несет себе сентрия. А, нет, они его видят. Как они его видят? Они его просканили. Нет, я к тому, что они по факту его не видят вот прямо сейчас. А, по факту, да. Оп. Вот да. Ой, Мика, ой, Мика. И тэп-аут. Тэп-аут. Куда? С подводной лодки. Это битва. Дальше, дальше. Мне кажется, Мика их не отпустит. Тут уже все бегут. Ой, я тут догулял. Значит, форставчик. А что, что? Как? Прячет себя. Это а здесь прилетает уже Аскольд. Минус бетрайдер. Все-таки не уходит отсюда виз. Подожди, тут еще и ластилера можно цепануть. Да, лассо 5 секунд. Но там цепляют Рубика. Но там на самом деле на сторону зашли уже. Что уж тут говорить, сторона падает. Ластилер тпшится. Моментально сейчас статик по нему будет, наверное. Так, или Метеорхаммер. Бетрайдера нет, Бетрайдеру надо лететь. У него есть ТП, кстати, на крипов, может дальше быстрее присоединиться к своим тиммейтам. Бедный ластилер. Ой, не попал под копом у нас Эру. Эру сегодня какой-то вообще не очень удачная. Если так, ластилер тянут, ластилер. Все весь дэмэдж по нему надо дать, а то крипа спрячется, да, успевая спрятаться в крипа. Убить. Где-то тут сидит. Ну не отпустит, конечно же, ОД в очередной раз здесь. Ну и та 2000, конечно, урон дает, но там урона немного, потому что очень жирный разор, кирас, несмотря на кирасу от самого лайфстиллера. Но это ГГ. Это ГГ, дорогие друзья, максимально четко, уверенно от команды Гидр. Вообще ноль каких-то шероховатостей. Все идеально было отработано. Мы с вами вчера тоже обсуждали, что максимально четкие игры, они самые скучные. Потому что у тебя, ну, нет никакого экшена, нет качелей, нету... Ну,
не знаю, вот одна команда просто тупо сильнее другой. Короче говоря, это не вторая карта X3 против Империи, где там было все абсолютно. Слушай, ну такие карты тоже имеют свой шарм, потому что ты смотришь, насколько четко все команды делают, и ну ты понимаешь, что, блин, это круто. Это профессионалы. Ну, все равно хочется какую-то увидеть дичь и жесткую равную игру с миллионным количеством качелей. Это правда. Ладно, друзья, первая карта продлилась не особо долго. Надежда на вторую карту в этом противостоянии, поэтому вы далеко не уходите. Минут через 5-8 мы присоединимся к вам уже со второй картой этого матча, поэтому не скучайте.